Канал Дрон Моча представляет спецпроект «Феномен». Всем здравствуйте, с вами, как всегда, Дон Дрончик, это спецпроект «Феномен». Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, в запретном секторе парка на Калининском острове. В сердце ночи местные жители сообщают о ряде неизведанных науки феноменов, которые они здесь наблюдают. Так ли это? Давайте проверим. По сообщениям очевидцев, в этой области обитает некий дух, некий дух. Сможем ли мы зафиксировать его на камеру? Давайте проверим. Что это? Снимай! Снимай это! Боже мой! Что я здесь вижу? Я не знаю, есть ли этому научное объяснение, но... Дорогие друзья, вот мы 2 часа ходим по данному сектору парка запрещенному, и пока что кроме двух духов мы больше ничего не увидели. Интересно, завтра нам зафиксировать больше необъяснимых явлений в этот раз. Боже мой, что это? Какие-то мысы? Мыши или крысы? Нет. Там никого нет, господа. Это полтергейст. Это древний дух. Он самовольно двигает предметы. Кажется, нам попали очень ценные кадры. Там действительно никого нет. Я не знаю, что говорит наука на это все. Я же скажу, что это некое явление, которое, может быть, не поддается объяснению, но мы определенно смогли сегодня зафиксировать его. Это была передача «Феномен». С вами был ее бессменный ведущий Дрон Дрончик. The pool.